Приветствую. Вот, хотел поделиться. То есть, тем, какой подарочек мне не очень так давно прислал Игорь из Нефтеюганска. Чистый иностранец, чистый европеец. Как бы не сделано в Китае, я вам так скажу. Класс, ножичек для авто. Ну вот я как бы порешил, что ножичек для авто должен быть тоже острым, как бритва. И вот подтачиваю его на камушке на торце. Видите, что сделал? По сути, кусок какой-то фуфловый провода алюминиевого. Снял изоляцию нужной длины, разрезал вдоль, одел на бушок. И вот как-то вот так вот все это происходит. Сейчас покажу. Изоляция хорошо не держится, сразу скажу. Вот, но если ее пальцем придерживать, то, блин, вещь. Полировочка идет прям конкретная. Ну как тут? Я тут как-то это не с руки, уж камеру поставил с этой стороны, чтобы вам видно было. И мне немного не с руки, но процесс идет. Контора пишет, как говорится. Вообще махом, просто махом. Махом идет. Вот это вот та самая доводка. Острия просто махом. Теперь у меня и ножик будет брить, как бритовка. А? Нет ли счастья-то? Вот ее сюда поправлять приходится немного. Потому что он не тугой. У него, может, у вас есть какой-нибудь там тугой тонкий шланг, может какой-то там бывает, я видал медицинские такие какие-то шланги, такие тонкие. Сейчас воду вот так вот расфигачу. Без суспензии, без нифига, все здорово фигарит. Вот так, ну да, медленно, конечно, вот это все затяжно, но так как камень супер шустрый, у меня уже вот 10 движений туда, 10 обратно. Так, а вам видно ее вообще? Нельзя. Все, как бы уже чувствую, что это вот здесь вот прям под залипание идет, особенно с той стороны. Поэтому здесь вот еще пяточку надо докатить до конца. Ну, еще останется у него вот это маленькое лезвие, а там еще есть большое лезвие. Тоже будет брить, как бритва. Вот так как-то. Может, кому интересно будет. Вот, хотя мне больше привычнее без вот этого искусственного обушка. Ну, просто если вот рука, то есть умеет держать угол, и в голове как бы он сохраняется тоже одновременно, то по сути, конечно, да, искусственный обушок не понадобится. Это уже большое лезвие. Захотел просто, чтобы у меня нож был как бритва. Не знаю, может, это и не нужно, но приятно, когда вот коснулся, отрезало. Коснулся, то есть не надо резать, а просто коснуться. Вещь. Просто вещь. Ладненько, вроде показал. Ну что ж, это заточил. Я свою бритовку, группу поддержки еще две. Хочу тоже пару слов добавить. Правда, извините, что она будет немного горькой. Ну, блин, на свадьбе тоже кричат «Горько!» И тут вот можно крикнуть «Горько!» Вот. Что хочу сказать? Ну вот, если, то есть, хочется прочувствовать разницу, можно взять просто две бритвы и побриться. То есть, вот, Дамаск. Причем еще старый, причем еще с малым количеством слоев, это 1200. 2600 слоев, это вообще уже другая песня совершенно. Это вообще на порядок выше. Вот. Когда сказать нужное слово порядок, я уже задумываюсь, так ли я говорю. Вот. И вот так же и заточки, к примеру, я вот с дамасской бритовой, ну, похайдокался, конечно, конкретно, я прям
поутирался прямо на камнях. То есть промываешь опять, трешь, промываешь, трешь, проверяешь. Блин, пипец полный. Но она даже залипает даже на 6 тысячах искусственного камня. 6 тысяч гривен. Потом залипает также на 10 я ее в этот раз. У меня тут есть китайские камни, есть японские камни. Китайские камни у меня 12 тысяч, японские 10. Вот, на китайском залипает, конкретно залипает. На Гуанси, на финише, залипает так, что ее хрен сдвинешь с места, блин. Ее приходится уже не так вот водить, а вот наискосок с легкими такими круговыми движениями, чтобы просто ее как-то стащить с места. Вот это плотность прилегания, вот это я понимаю. Что я могу сказать, француз, англичанка, ни о чем. Провожу по камням, просто только начинаю варить. Вот только начал, сразу, они уже все, кромка готова. Ну, фига себе, блин. Беру на следующий камень, только начал, там уже нечего делать, там уже все готово, блин. Беру ее на финиш, то же самое, шук-шук-шук, готово. Но залипание еле заметное. Вот сколько ты ее не притирай, все равно залипание еле заметное. Нет такого мощного залипания. Ну, может, это потому что клины. Хотя у меня и клины не сдерешь с места, я затачивал, так они еще у меня даже хлеще, чем вот вогнутая бритва. Клинили там на этом на камне. Вот. И как же по бритью, они бреют очень мягко. Отлично бреют. Но вот, вот такую вот площадку они могут выбрать. Ну, это у меня, опять же. У кого как, у всех по-разному. Все зависит от щетины. Вот сегодня, например, я их почему опять взял на заточку? Потому что они в прошлый раз у меня пробрили где-то вот так вот округленно, максимально дециметр на лице. То есть это максимально, даже я лишку так с запасом сказал, потому что они начали брить шикарно, мягко. Но после вот сантиметров трех проходов они уже начали драть. Сегодня думаю, ну поправлю на ремешке, да и все нормально будет. Да вот, и помогут они мне, потому что я сегодня свою бритовку об раковину шваркнул. С просони начал бриться с утра. Вообще с утра не то бритье, что вечером. Вообще не то. И кайф не тот. Но это другая история. Вот. Ну, на ремешке гонял-гонял обе. Гонял-гонял. Думаю, ну сейчас, вот, пойдет. Ну, вот сейчас. Ни встреч волос, ни по росту. Вообще ни хрена они не бреют. Блин. Если бы мне их вот не подарили, а я бы их купил, они бы уже валялись в мусорке. 100% просто. 200%. А то, что они подарены, они будут лежать у меня на полке. Ну что, думаете, после удара по раковине, то есть не удара, а как-то так вот фу, шваркнул по раковине. Вот. Но заточки все, кирдык. Беру на ремень, мыло еще не осело на лице. Примью ее шик-шик-шик-шик, раз по 20 в каждую сторону. Добрился. Чисто. Без раздражений. Вот бритье после удара называется. Вот, блин, вот у кого вот импортные варианты работают, блин, радуйтесь тому, что они у вас работают, то, что ваша щетина позволяет им работать. Просто реально вы должны возрадоваться, потому что это реально счастье. Когда вот щетина как у меня, то вот кроме такого варианта у меня вообще ничто не бреет. Вообще. У меня даже, когда брал, помню, у меня раза два свои последние лет 10 жизни, брал электробритву по-соседски тут у одного. Бритва стоит 17 тысяч. Не помню, Philips какой-то или что-то, не знаю, электро. Она вся трещит, грызет, блин, и нихера не добревает. То есть она там, электробритва упирается. Ну, о чем говорить, да? Вот, у меня, ну, судьба такая, ну, я не жалуюсь, то есть я сам себе-то уж, я вот сам себе-то вот фигачу, вот сейчас и для вас, для всех делаю такие бритвы, из дамасской стали, и для себя делаю из У8, потому что, ну, я, например, на скидку недавно так воткнул, вот опять деньги коплю, опять на скидку в разделе акции, вот только недавно там бритвка ушла, вот, ну что ж, погнали. Может, сегодня какой-то результат уже покажу. Уж не знаю, насколько он будет результат прямо. Но все же. Вот, то есть, то, что я над чем сейчас начал работать. Вот как-то так. А за правду, ну, извините, ну, так вот у меня. И лично у меня вот такая вот история.
Да, я понимаю, что кто-то вот бреется и просто радуется жизни. Вот, у меня был бачер этот широкий, какой-то там 7/8, по-моему, фиговина такая. Дорогущий, блин, дрындец. Но он у меня как был. Мне дали его заточить, дали попользоваться. Он у меня лежал месяца полтора. Вот, я им тут шваркался, все думал, ну когда же, может чудо произойдет, но нет. Хотя тот, кто мне ее дал, он, в принципе, ей бреется раза два, причем раза бреется, потом она как-то у него уже такая, ну, подсаженная уже все-таки, ну, уже не катит. Вот. Ну, после он ремни ее долго укатывает на пасти Гои. Вот. И после этого она еще может где-то раз, два, три его побреет все-таки. Вот у кого как. Поэтому, блин, когда я вот слышу, что там говорят, там вот то да сё, блин, я понимаю, что это счастливые люди, у которых реально щетина, блин, как вот у меня на руке, которую бреет любая бритва. И только разница там в мягкости бритья еще. Да хотя это вообще зависит из-за заточки, если честно разобраться. Мягкость бритья — это как заточник приложил руки в совокупности с душой. То есть все вместе он приложил и сделал именно так, чтобы было именно так, и никак иначе. Вот так вот. А все бритвы, в принципе, если так сказать, бреют одинаково. Есть легкие различия, есть. Но вот это мягкое бритье, жесткое бритье в большинстве, то есть процентов 80 из 100, зависит от заточника, как он это сделает и на чем он это сделает. Так что вот относитесь серьезно к заточникам, если вы к ним обращаетесь. То есть не вот просто куда-то, а смотрите, что... Ну, хотя тоже сложный вопрос, конечно. Ну и чё, ладненько, пойду я работать. Перекурил, побалаболил. Все, покажу, если что-то будет вообще показать. Ну вот, результат мне нравится. Отлично идут пока что. Пока что просто вообще радует работа. То есть никаких косяков не обнаруживается, никаких там побочных эффектов, так сказать. И вскрытие при обдирке, как говорится, не показал никаких недостатков. Ну, как бы, ну, вскрытие — это такое дело. То есть, если вдруг какой-то непровар, а у меня это почти никогда не бывает. Слово непровар — это не про меня. Вот. То есть все плотное, сталюгат настолько, что тут. Непровар может быть, знаете, где? Вот, пример, там до 1000 слоев. Да, непровар может быть. То есть такие черненькие какие-то полосочки. Это непровар во время ковки. Здесь настолько все плотно, что просто. Просто. Вот так вот. Да, вот эти вот тоже все сделал. Кстати, не такая же простая штука. Вот так все думаю, там, ну, вот что там фасочку такую зафигарить. Убывающую. Не, нифига не просто. Но это не важно, просто, не просто. Вот тут тоже, к примеру, видите, вот фасочка. Ее надо тут угол выдержать, под каким туда-сюда, на каком месте, что да как, это не важно, ладно. В общем, сейчас произошла грубая обдирка. И вот, в принципе, после нее сейчас будет термообработка. И вот только после этого начнется еще одна обдирка после термообработки. И только после уже той обдирки последующей будет шлифовка. Начнется только еще шлифовка. Но я задерживаться особо с этим не хочу, потому что тут одна бритвка моя, а мне очень хочется, вот она, 8, я вот так ее разметил, 8, ну тут сотрется, так сотрется, фиг с ней, я уже буду знать, потому что мне реально нечем бриться в случае чего, группа поддержки меня подводит. Да, я еще не сказал вот в предыдущем тут этой вот части, что почему так все произошло-то, почему я в раковину шварканул, да и туда-сюда. Я, кстати, себе еще легкий порез организовал, такой прям, ну, маленький такой, он сразу пропал там. Это потому что, ну, в 3 часа меня разбудили, я в кузнице долбился всю ночь. Вот, ну, почему ночь, спросит, может, кто-то, если вдруг. Ночью в кузнице это нормально летом, потому что днем в кузнице летом. Это, ну, сауна, это просто, если вот стоишь около двери кузницы, вот там сауна, прям при входе. Когда ты входишь в кузницу, там вот это вот горн настолько херачит, тут все эти раскаленные стали, все это,
Там такое парево, никакая вентиляция вообще нифига с не помогает. Кондиционеров там надо штук 25 повесить, и то они быстро захлебнутся. Да поэтому летом чаще я работаю ночью. Ну и стараюсь меньше работать, потому что реально там тепловые удары долбят только в путь. Вот. Зимой с этим проще. Там, наоборот, погреешься, все хорошо. Там, вот зимой, к примеру, все двери, окна все настежь открыты, чтобы было так нормально, и не жарко, и не холодно. А вот летом тут с этим проблемы, да. Поэтому я летом чуть меньше работаю, чем зимой. Ну что ж, пойду калить. Да. Сейчас посмотрю еще по мелочам, ничего тут не подзабыл. А так вот, хотел вам показать строгую линию. Есть такая строгая линия. Вот это очень важно, вот на стрие задать строгую линию еще до того, как вообще что-то начинается. Это очень важно для того, чтобы острие было реально четко посередине, то есть посередине, вот по соотношению от этого бушка, вот туда шла, четко посередине и четко ровная струнка. Иначе, если это не выдержать, вот в самом начале можно просто взять его, мусорку выбросить и не мучиться. Это просто будет фигня полная. Бывает такое, что вот иногда сравнивают с ножами там. Да вот, вроде я тут нож делаю, ей бритву сейчас делаю. Да блин, думаете, я ножи не делал, нифига. Да я их переделал гору большую. Большие горы, то есть переделал эти ножей. Я на них колымил, тут, например, раз, тут денежку надо на бритву. Я что, куда я? А, сейчас ножей сделаем. Все хорошо. Нож это для меня вообще игрушка, реально, просто фигнюлька какая-то, блин. Я ее делаю, просто этот нож, это, ну, как-то так вот, могу просто даже вот наспор глаза завязать и сделать вам. Но это, блин, не кайф. Кайф, когда сложно, кайф, когда есть много, очень много нюансов, и ты их придерживаешься, это вот, вот в этом кайф. А еще его, кстати, тоже не понять, если не бриться самому опасной бритвой. Если не бреешься, то кайфа тоже не поймешь. Ты просто делаешь, ну да, вроде бритва. Ага, похож. Ну ладно. Вот. Если ты не бреешься, все не то. А вот когда ты знаешь, какой кайф от бритья вечернего, нормального дня. Как вот сегодня я после ночи пришел, тут упал, 2 часа пролежал, не понял, спал, не спал. Опять проснулся в мастерскую, такой весь мутный, и вот перед тем, как в мастерскую, побрился. Вот не так вот, а именно вечерком, не торопцом. Вот тогда ты, когда делаешь, ты знаешь, что нужно делать, как это должно быть, и как сделать так, чтобы от бритвы можно было кайфовать. И не просто кайфовать, а по максимуму. О, все, перекур уже у меня затянулся, второй перекур, я все тут пойду калить. Ну вот, показывать в принципе нечего. Все еще грязно, сейчас я их подзачищу еще и покажу все-таки, наверное, если там что-то будет, может, даже интересное. Ну вот, зачистил как бы. В принципе, никаких этих отклонений, там еще что-то там. Там ну, все плотненько, все ровно, все здорово. Закалка прошла шикарно. Зачистка окалины тоже. Это, кстати, тоже признак, что все здорово, когда зачистка окалины произошла как надо. Был, конечно, нюанс, но вас он точно не коснется, потому что нюанс был с моей бритовкой ИЗУ-8. Я ее перед термообработкой, ну, затюкался, если честно, править. Она была маленько лыжей, так вот слегка, вот в этом месте поведена. Ну, блин, сталь уже пакетно-ковная, то есть, как бы, сложно ее поправить. Вроде бы она еще не закалена, но она уже как закаленная, то есть, поэтому я с ней тут поднавозякался. А так, в принципе, вот, нормально. Если даже вдруг у меня она будет чуть-чуть кривовато, может даже там будет что-то заходить, я беспокоиться в этом не буду. И так вот сейчас, который я брейс, она тоже кривовато заходит. Но я там поправлю, я буду делать из акрила. То есть для себя любимого делаю попроще. Все, вроде бы пока. Ну вот в перекурах еще делаю ремешки, потому что те, что сделал первый раз, маленько не хватило. Вот, ну правильно, что. То есть натуральная кожа, блин, за 1200, конечно, 1200 там я, блин, не угадал, они 1300 должны стоить, ну, ладно, пускай так будет.
Вот, буду отруливать тут немного, потому что все ремни примерно ровные. А вот у этого, вот здесь вот есть такая вот сбоку, как бы, легкая неровность. Вот за такие ремни, пускай он длинный, офигенно так, то основной ценник будет на него другой, как бы за полубрак, что ли, я не знаю. Да, может, иногда увидите на ремешках вот такие вот полоски там где-то вдали. Их нету на ощупь, но они как бы есть. Это морщины. Морщины. Корова натуральная была, кожа натуральная от нее. И, как говорится, кожа без морщин — это не кожа. Вот как бы так. Ну что ж, пойду дальше заниматься клинами. А, кстати, показала, вот здесь тоже клеймо, только оно уже с другой стороны. Вот. Тут вроде больше пока не встречал. А вот тут вот какой-то 96. Не знаю, что они имели в виду. Размер. Или год. Рождение коровы. Ладно. Ну что ж, все как нельзя удачно. Шлифуется, дела идут. А это уже, кстати, еще раз, два, да, 4 шлифовки. И все, будет готово. А? Они уже вот контуры, формы уже все на месте. Они уже красавицы. Остренькие. Так. Вот такие вот у меня варианты. Я тут просто пока перекуриваю. Вот. Звонки тут все принимаю. Веселые. Которые что-то мне немного настроение портят. Но мне его сложно испортить. Но немножко-то можно, да. Все же. Вот это моя. Я переживать начал, там на одной бритовке стерлось обозначение, там 19-й год. Я думаю, пипец, потерял. Нет, вот U8 моя. Так что... Но они сейчас выглядят одинаково, потому что если эту протравить, она будет просто серой, монотонной. Какая остренькая. А эти дамаски проявят свой структурный рисунок. А я их делаю, кстати, не глядя, когда переваливаю в руках, потому что я знаю, что я буду думать, если это моя, я буду ее на отшиби сделать, как бы вот так. А чтобы это не произошло, чтобы все бритовки получились одинаково, поэтому я специально не смотрю на то, что моя где бритва, где не моя, чтобы они вышли один в один. Вот и все. Да, по поводу звонка. Ну что ж, мужики, я в шоке. Не знаю, как вы, а я в шоке, реально. В шоке от того, что я еще не помню, то есть, такого, может, когда такие случаи были, но, может, я просто уже не помню, насколько давно все было, может, при царе Горохе. Но сегодня так все катит, как по маслу. Просто вот движение идеально получилось. Второе движение опять идеально получилось. В этот момент нельзя останавливаться, как я, в принципе, и сделал. И прикиньте, я сам не верю сам себе. В общем, клинки готовы. Клинки готовые. Единственное, что я сейчас не почистил отверстие только. Вот максимум, что я не сделал. Все остальное проверяю. Ищу подвох. Где подвох? Нет подвоха. Все правильно сделано. Все четко получилось. Я в шоке. Давайте вот так. Острие, оно просто... Вот им сейчас хотя бы бери и брейся, оно не заточено вообще, оно не точилось ни разу, вообще даже пробники не делал, как бы. Она уже бреет, блин, я пробовал, во, херачит, чуть не срезался, это шок, ядрен матреношный, ё-моё, как слов нет, вообще подобрать нечего, офигеть, как попёрло-то, все идеально ровно, все четко, не придраться, не докопаться, это, блин, вещь. Вот эти дни надо в численьке красным прям отмечать. Ну, не кровью, конечно. Вот прям, блин, все ровно, все четко, все красиво, все идеально. Все как надо, блин, как же они, ну... Вау, она бреет. Адрындеть. Тау. Такая же картина. То же самое. Здесь оставил и это без насечки. Здесь насечку вот сделал. О.
Обалдеть! Вот это не будет брить. Чувствую, что кромочка есть, а нет, нет, а вон волосы отваливаются. Ну, плохо, так, ну, как бы не так резво. Но это не важно, они не заточены, они вообще не заточены. Это дрындец. Я сейчас остановился только потому, что у меня просто тупо нет сил. Все. Я последние капли из себя выдавил. Че тут с торца показывать? Там нет ничего, там кромки нету, она в нулевая. Она просто в ноль. Вот тут вот так вот сделал. Этим как бы клинышком, что ли, не знаю. Треугольничком, блин, пофигу как. Херачи, блин, круть крутовая. О, и так с каждым. И так будет с каждым. Я в шоке. Меня сегодня что-то весь день доставали, блин, по телефону всякой фигней. Ну, какой фигней? Не вот просто звонили по делу, а хотели цепануть. Чушь какую-то несли. Чушь прекрасную несли. Как там где-то в стихах какой-то или песни. А вот это мой. Я его делал наравне, не глядя, чтобы он не получился ни лучше, ни хуже. Единственное, что перед потравой я их полирнул, а этот сделал матовый, вот это то самое серебро. Сталь серебром сделал. Потому что тут уже вот как бы я для себя сделал, как бы объяснить-то. Я себя настолько люблю, что я себе делаю всегда похуже, попроще. Вот тут специально не глядя делал, чтобы вышло здорово. Ну, на руке бреет, ну, что делать-то, ну. После заточки что будет? Это вообще. Конечно, да, она вот. О, отпечатки остаются, конечно, на этой вот. Но зато шлифовка дешевле. А мне как раз... Нет, протереть сейчас нечем. А мне как раз с деньгами сейчас не веселуха, блин. Если даже с Дамаска позволить не мог. И ИЗУ-8-то не особо сейчас еще. Мне, наверное... 1,5 тысячи осталось докопить, чтобы за нее просто вот вернуть деньги. И все. Ну и все. Я устал, как раб. Я грязный, как свинья. Ох, у меня есть даже вот вся спецодежда в слое грязи и всякой всячины, стружки, пыли, блин. Но я счастлив. Вот это да. В общем, по правам даже знать не знаю, вообще не думал. Я, блин, мне только бы было, вот пока пошло вот этот, не терять вот этот момент и как бы продолжать, чтобы все это получалось. Даже не верится. Это вещь. Ладно. Я что-то сейчас не найду нужных слов. Не размусоливать что-то там, показывать. Я не знаю, я уже просто сейчас уже... Я первым делом в шоке от того, что получилось. В шикарном, красивом, то есть вот этому исполнении. Я в огромном, хорошем шоке. И уже совершенно выбился из сил. Поэтому все остальное будет... завтрашнего дня. Ну, сегодня вечером уже начну мозги-то себе промывать, что дальше делать. Но вот эта вещь. Вещь. Ладно, все. Все. Пока. Я сейчас буду тут маленько подмету даже вот так вот на радостях. Потом пойду тут руки намою туда-сюда и к дому. Все. Увидимся в Ютубе, ВКонтакте, да где угодно. Увидимся. Пока. Добра всем.